Мы сейчас находимся на бизнес-форуме TBS Luxury Stores. В разных залах проходят лекции для байеров. Мы отобрали полезные, актуальные темы для них, и они выбирают, что им послушать. А вечером ожидается премия, вручение отличительного знака для лакшери-бутиков, звезды, которая будет вручаться им в торжественной обстановке. Идея возникла давно, когда организовался «Союз» 2 года назад. Но к реализации мы шли, вот и сейчас выпустили книгу «100 лучших бутиков России». Которые на протяжении уже последних 20 лет получили такую новую профессию, которую раньше не было, байер, трудится и покупает для магазина. А им будет приятно, что их выделили, наградили, и среди них есть уже байеры, которые с хорошей репутацией. Сегодня с собой привезли 5 греческих брендов. Вот. У них есть опыт работы с Россией, у них есть, то есть они представлены в России уже были. Вот. Они все как бы являются брендами очень высокого качества, используют исключительно аукционное сырье. Это чрезвычайная атмосфера. Я думаю, я приехал от Милана, и я вижу шикарные люди, современный уровень, люкс. Я привык путешествовать в Париж, Лондон, Дубай. Я вижу, которая в Москву, это абсолютно интересная атмосфера. Желаю палате русских байеров процветания, благосостояния, любви, здоровья, терпения. Один раз в год – это самый лучший тайминг для того, чтобы байеры смогли бы, как можно сказать, имея вот такие опыты, которые можно потом, о которых можно обсуждать во время таких мероприятий. Важные мероприятия. Мы как-то должны все равно продвигать свой бизнес и делиться друг с другом впечатлениями, какими-то успехами или незадачами. Я, честно, слышала про Buyers Union, но мало об этом знала. А мне очень нравится, что есть организации, которые поддерживают
фэшн-индустрии. И для меня, правда, был честь участвовать. Хочу выразить огромное вам спасибо Союзу русских байеров за то мероприятие, за вашу организацию, за вашу оценку, которую вы нас в России оценили. Когда ты стараешься и делаешь что-то для своих клиентов, для людей вокруг, и тебя замечают не только твои клиенты, вот, а еще люди из фэшн-индустрии, из Союза байеров, ну, для нас это большая честь, огромное вам спасибо. Одна из функций дополнительных Союза байеров – это прививать людям чувство прекрасного. Вдвойне приятно, когда человек, хорошо выглядящий, это в красивый, мощный автомобиль, Porsche, и это как-то, мне кажется, есть в этом какая-то связь. Ощущения, конечно же, очень приятные, очень позитивные. Мероприятие очень на высоком уровне, а это действительно было очень познавательно и интересно. Благодарна организаторам, молодцы. Это люди, которые совершили огромное большое дело. 100 бутиков, да, получили свои призы, и это серьезная работа. И что приятно, регионы, я вот пытаюсь иногда ездить в Сибирь, мне тоже очень все нравится. Я недавно с тремя шапками уехала. I think this event must be often, because it's very important for Italian, Italian company and the people now to meet the clients in Russia, because for a long time we were like cover for the crisis. It was a black moment, and now we can see really people can open for future, and for us it's very important. You can repeat very often.